Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать, как связать вот такой вот ажурный узор. Узор очень красивый. Раппорт состоит его из 10 петель. Здесь у меня провязано 3 раппорта. И 2 раппорта вверх я провязала. Первый ряд раппорта. Нужно набрать 10 петель и 2 кромочные. Я буду вязать дальше раппорты. Кромочную снимаем. Провязываем одну лицевую, накид, 2 вместе лицевой вот со середины, 2 вместе лицевой за передние стенки, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой со середины, 2 вместе лицевой за передние стенки. Накид. Это мы провязали первый ряд раппорта. Кромочная провязывается изнаночной, если вы набирали 10 петель. Дальше. Так же, как первый, вяжется 3, 5 и 7 ряд раппорта. Четные ряды вяжутся по рисунку, накиды провязываются изнаночными. 9 ряд раппорта. Кромочную снимаем. Провязываем одну лицевую. Накид. 2 вместе лицевой со середины, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой за передние стенки, накид. Мы провязали 9 ряд раппорта. 11 ряд раппорта, кромочную снимаем, провязываем 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой за передние стенки. Накид. Лицевая. Так мы провязали 11 ряд раппорта. 13 ряд раппорта. Кромочную снимаем, провязываем 3 лицевые. 1, 2, 3. Делаем накид. 2 вместе лицевой. Лицевая. 2 вместе лицевой за передние стенки. Накид. 2 лицевые. 1, 2. Мы провязали 13 ряд раппорта. 15 ряд раппорта. Кромочную снимаем. Провязываем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Делаем накид. Одну петлю снимаем. 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки. Возвращаем на левую спицу. И также снятую петлю возвращаем на левую спицу. И через снятую протягиваем провязанную петлю. Делаем накид и провязываем 3 лицевые. 1, 2, 3. Мы провязали 15 ряд раппорта. 16 вяжем по рисунку. А начиная с 17 ряда узор повторяется с первого ряда. В итоге получается вот такой вот красивый ажурный узор. Спасибо всем за внимание, смотрите мои видео и подписывайтесь на канал. До свидания!